Первый гол за сборную. Рад? Конечно, рад. Всегда хотел, мечтал об этом в ходе в товарищеском матче, но гол есть гол. Первый гол за сборную Константин Тюкавин забил на стадионе «Динамо». В этом есть символизм? Наверное, есть. И стадион «Динамо», гол. Но перед игрой была чуйка, что вот сегодня ты забьешь? Может, кто-то что-то говорил? Не, никто не говорил. Просто вышел на поле, сделал свою работу, получил и забить гол, мы выиграли. Что можешь сказать по игре в целом? Ну, игра получилась хорошая, я думаю, для нас. Мы контролировали ход игры. Первый тайм закончился 2-0, но были еще моменты, когда мы могли забивать. Так что, я думаю, все хорошо прошло. Как тебе атмосфера сегодня? Атмосфера отличная. Вроде был полный стадион, да. Спасибо болельщикам за эту атмосферу, мы очень рады. Сегодня команда вышла играть в два нападающих. Можешь еще рассказать про тактическую часть? Потому что в центре оказался то ты, то Ваня Обляков. Или это так показалось? Да нет, это обычная схема для нас. Играли в одного нападающего, просто когда выход из обороны. Свои позиции нужно знать и все. Так что играли, 4-3 в обычную схему. Ну, то есть, то, что Ваня Обляков оказывался на месте центрального нападающего, это просто так выходила команда из обороны, не было какой-то установки специальной? Ну, да, это нормально, и я мог там же оказаться, так что это нормально. Какие планы на отпуск? План на отпуск – прилететь и завтра уехать на рыбалку. Какую рыбу хочешь поймать? Щуку трофейную какую-нибудь, под килограммов 5. Спасибо.